Книга «Открытым оком», том 2, тема крещения, вопрос 628. «В Иудее девочек не крестили, а как же первородный грех?» отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вы иногда задаете такие вопросы, что первая мысль – откуда вы это берете? И вторая – неужели Священное Писание что-то и на этот непонятный вопрос ответит? Прошу подтвердить эти сведения, что девочек не крестили в Иудее. Я такое слышу в первый раз. Быть может, вы хотели сказать, что не обрезывали, а обрезание было прообразом крещения. Тогда вы правы. Обрезание не было свойственным только иудеям. Сегодня доказано, что оно было в Южной Америке и у египтян, притом задолго до Авраама. Проверить это невозможно, но доверимся историкам. В Египте обрезанию подвергалось только знать, и притом обрезывали мальчиков и девочек. Непонятно, что резали у девочек, чтобы они были способны к деторождению. Но если речь идет именно о крещении во имя Отца и Сына и Святого Духа, то апостол Павел судил иначе. Галатам 3:27-28. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского». Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если нельзя крестить девочек, то, соответственно, нельзя крестить и мальчиков, если речь идет о крещении детей.